Аэрофлот оштрафован на 8 миллионов рублей. Подмосковные антимонопольщики наказали перевозчика за стратегическое соглашение с Шереметьево. Документ обязывал аэропорт не давать другим авиакомпаниям время на прием и отправку своих рейсов до и позже 30 минут до вылета или прилета самолетов Аэрофлота по тем же направлениям. Шереметьево ранее за это же оштрафовали на 100 тысяч рублей. Антиконкурентное соглашение стороны уже скорректировали и согласовали с ФАС, но новые параметры документа еще не озвучивались.